Я приветствую вас на занятии «Йога за 30 минут». Этот урок подарит вам силу и баланс. Исходное положение поза горы. Стопы соединяйте. На вдохе поднимайте руки через стороны. На выдохе опускайте. Вдох, поднимайте руки вверх. Выдох, через стороны опускайте. Вдох. Соедините ладони и опустите на выдохе намасте. Прикройте глаза, отпустите все посторонние мысли, все дела, планы, заботы. Глаза медленно открывайте и вставайте в начало коврика. Коврик за спиной. Мы переходим к Сурья Намаскар, приветствие Солнцу. На вдохе прогибайтесь, направьте таз вперед. С выдохом сделайте наклон. На вдохе отшагните правой ногой назад. Выпад. Отшагните левой ногой назад. Собака мордой вниз. Вдох, опустите колени на коврик, выдох, отжимание локти к телу, поза восьми точек. На вдохе прогибаетесь, кобра. На выдохе таз выталкиваете вверх, а пятки тяните к полу. Сделайте шаг правой ногой, выпад, вытяните спину. Подшагните левой ногой к правой, наклон. На выдохе, на вдохе начните круглой спиной подниматься. Поднимайте руки через стороны, ладони соединяйте. На выдохе опускайте намасте. Продолжаем круг. На вдохе прогибайтесь таз вперед. На выдохе наклон к двум ногам, уттанасана. Отшагните назад левой ногой, выпад. На выдохе отшагните правой ногой, собака мордой вниз. Сделайте вдох, опустите колени. На выдохе поза восьми точек, локти к туловищу. Вдох, разгибание, кобра, таз вверх немножечко от пола. На выдохе таз выталкивается, пятки стремятся к полу, позвоночник вытянут. На вдохе шагайте левой ногой вперед, выпад. С выдохом правой ногой, наклон. На вдохе начинайте двигаться вверх. Поднимайте руки через стороны, чуть прогнитесь. И с выдохом намасте. Продолжаем Сурья Намаскар. На вдохе прогибайтесь. С выдохом наклон к ногам. На вдохе полупрогиб, ладони на коврике или на голову. На выдохе отшагивайте в планку. С выдохом чатуранга, облегченный вариант колени на коврике. На вдохе собака мордой вверх. На выдохе собака мордой вниз. На вдохе шаг правой ногой вперед. На выдохе поднимаетесь в позу воина один. Руки через стороны. Намасте над головой. Содержитесь в статике. А руки опускайте через стороны. Выдох, сделайте небольшой наклон корпуса к правому бедру. Руки продолжение корпуса, вытягивайте их вверх.
Задержитесь ненадолго. Опустите ладони. Планка. Вдох. С выдохом чатуранга локти к телу. Прогибайтесь. Вдох. На выдохе собака мордой вниз. Выдох. Вдох, шаг левой ногой вперед. Устойчивое положение. Вдох, поднимайте корпус, руки. Соедините ладони над головой. Расширяйте плечи, опускайте их чуть ниже от ушей. Выдох, подавайте корпус вперед, к левому бедру, руки вытяните вверх, руки, продолжение корпуса, грудная клетка как будто смотрит в таз, опустите ладони на коврик, вдох, отшагните в планку и на выдохе отжимание локти к телу, на вдохе собака мордой вверх. И на выдохе собака мордой вниз, пятки к полу. Подшагните вперед к рукам, взгляд вперед. На выдохе хороший наклон к двум ногам. На вдохе позвонок за позвонком. Возвращайтесь в положение стоя. Поднимайте руки, чуть прогнитесь. На выдохе опустите ладони на намасте. Вдох, снова прогибайтесь. Выдох, уттанасана, наклон к двум ногам. Вдох, полупрогиб, взгляд вперед. Выдох, отшагните в планку. Здесь уже сделайте вдох. С выдохом чатуранга, на вдохе мягко прогибаетесь. На выдохе собака мордой вниз, пятки уже почти опустились к коврику. Шагните на вдохе правой ногой. На выдохе поднимаетесь, руки через стороны. Ладони соединяйте, раскрывайте грудную клетку. Выдох, руки опускаются. Затем делайте сгибание в плечах, опускайте корпус чуть ближе к бедру. Удлинитесь от левой пятки до макушки, до пальцев рук. Затем поставьте ладони на коврик. Отшагните правой ногой назад, планка. Выдох, отжимание чатуранга. На вдохе разгибание. На выдохе таз вверх. Толкайте коврик руками, выталкивайте седалищные косточки вверх. Сделайте шаг левой ногой вперед. Поднимите корпус, руки. Задержитесь в позе воина один, статика. Опустите руки через стороны, затем сделайте сгибание в плечах и наклоняйте корпус вниз к левому бедру. Постарайтесь сделать одну линию от правой пятки до макушки
и до пальцев рук. Опустите ладони на коврик, отшагните назад, положение планки. На выдохе чатуранга, локти к телу, на вдохе разгибание. На выдохе таз вверх. На вдохе шагайте вперед к рукам, взгляд перед собой. На выдохе уходите в наклон. Со вдохом круглой спиной поднимаетесь. Выпрямляетесь, поднимите руки. Большое разгибание. Выдох, ладони намасте. Опустите руки. Мы переходим к балансу. Попереносите вес то на правую стопу, то на левую стопу. Оставьте вес на левой ноге. Поднимите правое бедро. Поместите правую стопу на бедро или на голень. Выровняйте таз. Грудная клетка над тазом. Ладони соедините. Положение намасте и поднимите руки вверх над головой. Взгляд в одну точку. Выдышите спокойно. Если будет сложно, то опускайте правую стопу ниже по ноге. Опустите руки и поставьте правую стопу. Несколько подъемов на полупальцы. Перенесите вес на правую стопу, поднимите левое бедро, поместите левую стопу на бедро или голень. Направляйте бедро левое назад, обе тазовые косточки направлены вперед, ладони намасте. По возможности поднимите руки вверх, оставляя грудную клетку четко над тазом. Опустите руки через стороны, поставьте левую стопу на коврик. Второй баланс. Вес на левой ноге, поднимите правое бедро и поместите правое бедро сверху на левое. Стопу правой ноги прижимайте к левой голени или оплетайте левую голень правой стопой. И левая рука сверху над правой. Переплетите предплечье. Задержитесь. Со вдохом плавно поднимайтесь. Нога и руки идут через стороны. Несколько подъемов на полупальцы. Поменяйте сторону. Левое бедро идет на правое. Левая стопа как бы оплетает правую голень. Сверху правое плечо, правое над левым. Переплетите или прижмите друг к другу предплечье. По возможности опустите локоть на бедро.
На вдохе возвращаетесь. Нога и руки идут через стороны. Опускаем стопу. Несколько подъемов пяток от пола. Вставайте в начало коврика. Ладони намасте. Поза стула выдох. Согните колени. Колени не выходят за проекцию пальцев ног. Позвоночник вытянут, седалищные косточки тянутся к коврику. Ладони немного давят друг на друга, шея удлиняется. Выдох, выпрямите колени, чуть прогнитесь. Затем сделайте наклон к ногам. Уттанасана. Вдох, взгляд вперед, полупрогиб. С выдохом отшагните в планку. Сделайте чатурангу. На вдохе собака мордой вверх. На выдохе собака мордой вниз. Таз опускайте до положения планки. Согните локти и опуститесь в положение лежа на животе. Вытяните руки перед собой и на выдохе поднимите ноги, руки, грудную клетку. Согните правое колено и сделайте захват правой рукой. Постарайтесь в этом асимметричном положении выравнивать плечи на одну линию. Равномерно погружайте таз. Затем вытяните конечности и опуститесь на коврик. Расслабьтесь. Приподнимитесь. Вытяните руки, вдох, конечности вверх, грудная клетка поднимается. Согните левую ногу в колени, сделайте захват одноименной рукой за стопом. Если вдруг для вас это тяжело, оставьте обе ноги выпрямленными. Выравнивайте плечи, насколько возможно. Таз одинаково справа и слева давит в пол. Вытягивайте конечности, на выдохе опускайтесь, расслабляйтесь. Ладони как для отжимания, на вдохе плавно разгибайтесь, поднимайте корпус, таз. И выдох, круглой спиной таз уводите на пятки, поза ребенка. Задняя поверхность туловища округляется, удлиняется и расслабляется. Вдох круглой спиной в позу стола поднимайтесь. Перекрещивайте голени, делайте перекат. Захватите себя под бедра. Поднимите стопы поза лодки, навасана. Второй вариант выполнения. Вытяните руки. Третий вариант выполнения. Выпрямите ноги в колени. Выберите свой вариант, где вы можете удерживать позу, оставаясь с выпрямленным позвоночником. Не перекатывайтесь сильно на крестец. Согните ноги в коленях. Сделайте захват под бедра. Опустите стопы на коврик. Вытяните ноги. На вдохе потянитесь за руками. Выдох. Сделайте боковой наклон вправо, захватив себя за левое предплечье. На вдохе поднимайтесь.
и с выдохом мягкий боковой наклон влево, захват правой предплечья. На вдохе поднимитесь, вытянитесь. С выдохом сделайте наклон вперед к двум ногам. Ладони расположены на голенях или с захватом за стопы. Задержитесь в положении Паschimottanasana. Постарайтесь расслабиться, насколько это возможно. Отпускайте напряжение, отпускайте все мысли. Наблюдайте легкое ощущение вытяжения. Не допускайте излишнего ощущения растяжения. Округляйте спину и на вдохе поднимайтесь круглой спиной вверх. Руки через стороны, потяните их за руками и на выдохе опустите их. Оставьте коврик за спиной и начните плавно укладывать позвонок за позвонком на коврик. Ноги согнуты в коленях, стопы на ширине таза или тазобедренных суставов. Начните поднимать таз, вариация сету Бандхасана. Таз поднимается с выдохом, крестец, поясница, грудные позвонки. И затем опускаем грудные позвонки, поясничные, и в конце крестец. Снова поднимаетесь. И опускайтесь. Поднимитесь вверх в позу моста. Плавно опуститесь. И снова вверх. Руки ваша опора. Плечи от ушей отодвигаем. И затем поднимаем правую ногу. Вытягиваем ногу вверх, колено выпрямлено, либо оставляем вариант при согнутом колене. Постарайтесь выровнять ваш таз. Правая и левая тазовые косточки находятся на одной линии. Затем опустите стопу и плавно укладывайте позвонок за позвонком. Выпрямите левое колено и с выдохом начните опускать правое бедро влево. Поверните голову вправо. Скручивание. Почувствуйте, как двигаются ваши ребра. Они тоже уходят в ротацию, в скручивание. Плечи остаются на коврике. А руки вытянуты. Под 45 градусов от тела. Просто расслабьтесь. Наблюдайте приятные ощущения. Если будет неприятно, дискомфорт, то уменьшайте амплитуду движения. На вдохе возвращайтесь. Выпрямите ноги, удлинитесь. И снова согните оба колена. Начните подниматься позвонок за позвонком вверх. Перенесите вес на правую стопу. Поднимите левую ногу, оставьте вариант либо в присогнутом колене, либо полностью выпрямляете колено. Постарайтесь удерживать таз так, как будто в опоре обе ноги. Вытягивайтесь вверх за ногой левой. Через правое колено тянитесь вперед, плечи от ушей, руки тоже ваша опора, погружайте их чуть больше в коврик. Согните колено, поставьте стопу, опустите спину и крестец.
Вытяните правую ногу, левая стопа на голени. На выдохе начните опускать левое бедро и колено вправо. И почувствуйте, как за тазом двигаются ваши ребра слева, а плечи и лопатки остаются на коврике. Легкий поворот головы влево. На вдохе возвращайтесь, выпрямите ногу, затем согните оба колена. И на выдохе поднимите таз, поясницу и грудной отдел позвоночника. Вытянитесь чуть больше через колени, почувствуйте, как раскрывается передняя поверхность бедер, область таза. И затем начните плавно-плавно опускаться, таз отдаляя от грудной клетки. Прижмите оба бедра к животу, захватив себя за голень. Расслабьте спину. Выпрямите ноги на коврике, руки вдоль туловища, удлинитесь, вытянитесь и затем расслабьтесь. Шавасана. Вниманием просканируйте все свое тело, от стоп до макушки. Постарайтесь расслабить все части тела. Пусть ваше внимание плавно скользит по телу, по всем его участкам. Постарайтесь удерживать ваш ум, ваши мысли на теле. И с каждым выдохом вы все больше и больше расслабляетесь. Все ваши мысли, все ваше внимание направлено на тело. Сделайте второй круг сканирования тела. И на втором круге еще чуть больше и глубже расслабляйте тело. Сейчас пошевелите пальцами рук и ног, осознайте свое тело. На этом наша практика закончена. С вами была Руслаева Илона.